Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов. И Индрид Штирский, чешский художник, фотограф, сюрреалист, писатель, художественный критик, теоретик искусства, представитель восточноевропейского и международного авангарда. Данных очень мало, ну, все то, что есть, я вот стараюсь зачитать. Родился в Дольне Черна в 1899 году, там и провел детство. Смерть его сводной сестры в 1905 году, с которой у него были очень крепкие отношения, сильно повлияла на его дальнейшую жизнь и художественное творчество. Сначала он учился в Градец-Кралове, затем в Академии художеств Праги. Я зачитываю Википедию. Вместе с Марией Черминовой и Йозефом Шимой с 1923 года входил в группу «Девять сил». В 1925-1928 годах выставлялся в Париже. В 1928-1929 руководил авангардным свободным театром в Праге. Издавал журналы «Эротическое обозрение» и «Одеон». В 1932-1942 годах член авангардного художественного объединения «Манес». С 1934 года вместе с Незвалом, Карлом Теги и Туаен, член чешской сюрреалистической группы. Умер в 1942 году от пневмонии в возрасте 42 года. Вот все данные, которые мне удалось найти о Индрид Штирский, чешском художнике, фотографе, сюрреалисте, писателе, художественном критике, теоретике искусства, представителей восточноевропейского и международного авангарда. Все, пока-пока, до свидания. Смотрим работы. До свидания.